пациентка поступила к нам 9 лет назад. Да, Ольга Васильевна? Да. 9 лет назад. Выраженный был сколиоз. Сколиоз детства, потом добавился и остеохондроз. Поддерживающая терапия, которую назначил доктор Олейников, помогает Ольге хорошо себя чувствовать. Уже будучи жительницей Севастополя, она периодически приезжает на лечение в вертеброневрологический центр вместе с дочерью, у которой тоже есть проблемы с позвоночником. У него очень наметан глаз. Он смотрит на человека, и вот кажется, что он его уже вот как бы прочитал. Что у него, как у него. Он уже очень быстро составляет терапию и видит, что нужно. Стол массажный, растяжение позвоночника, ну плюс ручной массаж, то есть периодически комбинируют. Вот. И озонотерапия, конечно. Озонотерапия – один из методов лечения неврологических заболеваний, который внедрил Олейников. Коллеги говорят, метод не требует больших затрат, он эффективный и быстрый. Это введение газа в биологически активные точки, в принципе, как один из вариантов рефлексотерапии с очень таким многопрофильным действием. Благодаря этому, во-первых, заметно улучшается микроциркуляция, а там, где есть кровообращение, там всегда гораздо лучше идет репаративный восстановительный процесс. Ну, а кроме того, конечно, это и обезболивание, ведь большинство наших пациентов с проблемами позвоночника – это боль на первом месте. Утро каждого дня в центре начинается одинаково. Очередь из пациентов на прием к Андрею Олейникову. Даже в процессе съемок он не просто общался с нами, а принимал людей, давал рекомендации. Вертеброневрологический центр Олейников, который свою специализацию выбрал еще студентом, организовал в 2003-м на базе санатория «Барнаульский». Ехали люди отовсюду с болезнями суставов и позвоночника. Позже центр переехал в 4-ю горбольницу. Поток пациентов продолжал расти. К сожалению, к нам легкие больные не приходят. К нам приходят те больные, которые уже полечились, эффекта от лечения нет. Они приходят к нам, и нам приходится пациентов действительно восстанавливать, реабилитировать. Один из таких – бывший шахтер Сергей Казанцев из Подмосковья. 2 года его беспокоила грыжа позвоночника. Были сильные боли, пока не приехал по рекомендации к Олейникову. На снимке видно даже вот такие грыжи, 3 штуки. И он вот нарисовал и расписал крестики. Вот у вас вот это из-за чего болеете. И сразу отправил меня на НРТ. Ну, и прошел, а потом, говорит, корсет купите, тросточку. И упражнения в корсете делать. Лежа на кровати. Доктор замечательный. Просто замечательный. Объясняет все подробно и исключительно. Чтобы до человека доходило. Доктор Олейников очень доволен, что на базе центра студенты кафедры медицинского вуза знакомятся с тем, как проводить медицинскую реабилитацию, как восстанавливать больных. Все на практике. Гордится и методическими пособиями, которые написал совместно с другими врачами, тоже по реабилитации. А еще он эксперт по мануальной терапии. Говорит, работа занимает почти все время, но раз взялся когда-то помогать людям, останавливаться не планирует. Я что, мечтаю? Я могу себя, может быть, назвать счастливым человеком. Все, что я хотел, я внедрил. Все, что я хотел, я создал. Все, что хотел, я написал. И очень хорошо, когда у тебя есть ученики, когда есть последователи, есть кому передать. Но я считаю, что это самое важное в жизни. Татьяна Голубева, Данил Кузнецов. День с толком.